Приветствую вас, дорогие рукодельницы. И сегодня я вам хочу предложить вот такой вот красивый ажурный узор. Для кофточки вообще отлично подойдет, для летней. Вяжется он несложно. Так, вязать мы будем его вот по такой схеме. В схеме указаны лицевые и изнаночные ряды. Узор состоит из 10 петель, и количество петель в узоре меняется за счет вот накидов и потом за счет убавлений. Вот такой вот красивый узор получается. Здесь у меня связано 2 раппорта. И давайте посмотрим, как он вяжется. То есть у меня здесь набрано 22 петли. Один раппорт у нас состоит из 10 петель. И мы вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, провязываем одну изнаночную, дальше одна лицевая, делаем накид, одна изнаночная, 4 лицевых, 4. Изнаночная, накид, лицевая и изнаночная. Вот мы связали один раппорт. Дальше у нас идет повторение. Снова изнаночная, лицевая, накид, изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, накид, 1 лицевая и в конце изнаночная, кромочная. Первый ряд провязали, а второй ряд вяжем по рисунку. Так, после кромочной лицевая, дальше провязываем изнаночную, накид провязываем тоже изнаночной и после него делаем еще один накид. Дальше по рисунку лицевая, 4 изнаночных, 4 изнаночных, лицевая, снова накид, 2 изнаночных, накид предыдущий провязываем изнаночной, 2 лицевых, изнаночная, накид провязываем изнаночной. Делаем опять накид, лицевая, 4 изнаночных, лицевая, накид, накид предыдущий провязываем изнаночной, еще одна изнаночная, лицевая и кромочная. И так мы провязали второй ряд. Третий ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, дальше 2 лицевых, так, 2, 3 лицевых, накид провязываем тоже лицевой, то есть по лицевой стороне накид предыдущего ряда провязываем лицевой, а по изнаночной стороне провязываем изнаночной. Делаем накид, изнаночная, 4 лицевых. Изнаночная, накид, 3 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, так, 3 лицевых, 1, 2, 3 лицевых, накид, изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, накид и 3 лицевых. И в конце изнаночная и кромочная. Итак, мы провязали третий ряд. Так, вяжем четвертый ряд. Лицевая. Так, 1, 2, 3,
4 изнаночных, накид, лицевая, 4 изнаночных, лицевая, накид, снова 4 изнаночных, две лицевых, 4 изнаночных, 1 накид, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, накид, 4 изнаночных, 1 лицевая и кромочная. Итак, четвертый ряд и вяжем пятый ряд. Пятый ряд вяжем таким образом. Так, изнаночная. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Накид не делаем, провязываем 1 изнаночную. И дальше вот из этих 4 делаем косичку. 2 петли первые оставляем за работой, провязываем 2 лицевых и затем 2 петли с дополнительной спицы, если вы оставляли, которые за работой. Так, провязываем 2 лицевых. У нас получилась косичка. Дальше. Так, дальше у нас 1 изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. 1 изнаночная, 5 лицевых. Снова 2 изнаночных. Дальше 5 лицевых. 5 лицевых. Изнаночная. И опять делаем косичку. 2 первых петли оставляем за работой. На дополнительной спице провязываем 2 лицевых и затем 2 петли с дополнительной спицы. Провязываем лицевыми. 1 изнаночная, 5 лицевых. Так, 5 лицевых, изнаночная и кромочная. Так, пятый ряд провязали, вяжем шестой ряд. Шестой ряд вяжем полностью по рисунку. То есть лицевые над лицевыми и изнаночные провязываем над изнаночными. Так, за счет накидов у нас количество петель прибавилось. И начиная с седьмого ряда мы будем убавлять их. Кромочная, 1 изнаночная. Дальше 1, 2, 3 лицевых. Дальше провязываем 2 лицевых вместе за, с наклоном вправо. То есть за переднюю стеночку с наклоном вправо. 1 изнаночная, 4 лицевых, изнаночная и 2 лицевых с наклоном влево. Делаем через протяжку. Петлю снимаем, следующую провязываем лицевой и протягиваем через снятую. Получилось с наклоном влево. Дальше 3 лицевых. Так, 2 изнаночных. Так, 3 лицевых. 3 лицевых. И снова 2 лицевых вместе с наклоном влево, вправо. Так, провязали. 1 изнаночная, 4 лицевых, изнаночная и 2 лицевых с наклоном влево. Петлю снимаем, следующую провязываем лицевой и протягиваем через снятую. И заканчиваем 3 лицевых, 1 изнаночная и кромочная. Следующий восьмой ряд.
кромочную снимаем, 1 лицевая, дальше вяжем 1, так, 2 изнаночных, и дальше провязываем 2 изнаночных вместе, изнаночные скрещенные, то есть за заднюю стеночку, вот так вот их подцепляем и как бы разворачиваем их. И провязываем 2 вместе изнаночные, чтобы она у нас вот так смотрелась в одну сторону. Дальше лицевая, 4 изнаночных, лицевая, дальше 2 вместе изнаночных, просто 2 вместе изнаночных. Так, 2 изнаночных, 2 вместе изнаночных, 2 изнаночных, 2 лицевых. Так, 2 изнаночных и 2 вместе изнаночных скрещенных. Вот за заднюю стеночку их вот так вот. Так. Так вот их разворачиваем и провязываем. 2 вместе изнаночных. Лицевая, 4 изнаночных. Лицевая, 2 вместе изнаночных, 2 изнаночных, лицевая и кромочная. Так, следующий ряд. Кромочную снимаем, провязываем изнаночную. Дальше 1 лицевая, 2 вместе лицевых с наклоном вправо, 1 изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевых с наклоном влево, 1 лицевая, дальше 2 изнаночных, лицевая, 2 вместе лицевых с наклоном вправо, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная и 2 вместе лицевых с наклоном влево. Через протяжку делаем. 1 лицевая, изнаночная и кромочная. Так, далее 10 ряд вяжем. 1 лицевая, дальше 2 вместе скрещенные изнаночные, 1 лицевая, 4 изнаночных, 4 изнаночных, лицевая, 2 вместе изнаночных, 2 лицевых, 2 вместе скрещенных изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 2 вместе изнаночных, 1 лицевая и кромочная. Так, вот мы провязали 10 рядов. Дальше узор повторяется с первого ряда. И получается вот такой вот красивый ажурный узор. Очень оригинальненько смотрится, так нежно, нежно смотрится. Ставьте лайк, если вам понравился узор. Что непонятно, пишите в комментариях. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь на канал. Так, ну, еще раз схема. И всем пока, до встречи в следующих видео.